всегда. Блин. На холодную-то. Не хотят. Хрен ставишь. Ну-ка, давай нагревайся. Ну, пошло дело. Всем привет, рыбакам! Всем привет! Мы с Мишей на оке. В отвес ловим рыбу. Поймали живцов вчера, я тут наловил на удочку гальянов. И в отвес вот здесь такое место. Здесь коряги, ямы. Пробуем в отвес половить. Ну, наверное, кто знает, рыбаки в отвес. Я, кстати, не особо еще это умею в отвес ловить, но уже пробую. Вот я тут ездил как-то. Сколько тут? 2 дня назад ездил. В этом месте, как взялся у меня в отвес, тащил. Может быть, вам ставлю видео, не вытащил. Вот так же в отвес, тренировался. И, ну, я, правда, плыл, на месте не стоял, как сейчас. Какой удар, ребят. Есть. Вот это ударище, не пойму, кто тут. Вот это удар, бух. Вот это интересный рыбал. Ушла. Ну, блин, якорь бросаем быстрее. Вот это да. Ну тут у нас каждый день сейчас ветрище, сильный-сильный ветер прям вообще. Сейчас вот чуть-чуть потише. Пока, на удивление, потише. А так ветрище сильный. Из-за этого вообще неудобно ловить. Потом я поставил 4 жерлицы там в одной из заводи. Было в сработке на 3. Было. На одной покусанной, на 2 вообще сшибленной. Ничего не поймал. Потом на спиннинг одну щуку вытащил почти. Ну, грамм 700. Уже рукой стал брать, тоже ушла. Прямо вот уже все и ушла, не вытащил. Ушла, елки-палки. На простую блесну, на такую. Так, якорек надо бросить. Так что такая рыбалка у меня была неудачная. Я Миша говорю, парень, попробуем сегодня, съездим в выходной. Попробуем здесь в отвес. Так что, будем надеяться, что поймаем, да, Миша? Ну да. Давайте переплывать теперь в другое место, искать места. Ну, так вот по дну настукиваем. Джиголовка, а на джиголовке рыбка, гальянчик. Здесь так места неплохие, коряжки здесь. Здесь есть рыба, но тут надо как-то тоже найти его надо. Без якоря тяжело с таким ветром. К берегу сразу уносит сильно. Я в тот раз так ловлю. Вот так раз. Раз, направо, моя лодка на ходу потихоньку плыла. Как бахнет, у меня шуточка чуть из рук не вышибла. Хорошая была рыбина. Ну, мне кажется, судак. Давай это потихоньку-потихоньку мотай. Подводи только сюда поближе, Миш. Ко мне подводи. Из воды не вытаскивай его. Все, из воды не вытаскивай. Видишь, у тебя на эту лучше. Опа! Бершонок, Миш. Твоя первая рыба, ну, видишь? Да, ну, нормальный бершонок. Да, бершей можно таких забирать. Это берш, это не судак. Есть. Видите, клыков нету. А у тебя как клюнул, не понял, уже на подтяг, что ли? Мне кажется, когда начал, уже потихоньку как бы потаскивать. Видишь, на твою лучше. Миша просто крючок и скользящий. Только он уже не хочет скользить. Запутался. Вот такой, как донка. Заберем хоть чего-то, да? Да, хотя жарем. Бы поймали, наконец. Что, здесь забросим и приплывем в другое место? Здесь посидим. Мы с Мишей уже сплавали туда, в речку. Там попробовали, на щуку кидали спиннингом. Там вообще волны, страх какие. И здесь-то, конечно, вон какие волны. Невозможно. Вернулись обратно сюда. Такой, посидим с Мишей, давай здесь. Ну и вот он бершонка вытащил. Я ему, кстати, правда, переделал. Я на джик ловлю, а у него просто скользящий шар, ну как типа подтяга, шар, крючок и все. Ну, прикольно, интересно. Интересно, конечно. Так, у тебя даже можно не играть, у тебя как на живца стоит, просто посматривай. Да, и время от времени
Это мою на мою надо подыгрывать, муть пускать. Коряга, вот в этом районе надо попробовать. У меня здесь был вход хороший, где-то в этом районе повыше, это вот туда. Попробуем здесь около коряжки. Все, у меня дно. Да, ветер все сильнее. Вот вы в шторм попали, Миш. А-а-а. Еще есть у нас в одном месте думку сплавать, Миш, чуть под назад. Че нас с тобой, куда рвануть-то? Ну что, друзья, вот такая рыбалка. Два дня, считай, я ловил позавчера. Ну, позавчера могло бы быть бы, все-таки. Было хотя бы три поклевки на кружки. Потом поклевка в отвес была хорошая, что-то было. И щука ушла перед берегом, поэтому было хоть больше возможностей. А сегодня вот только одна у Миши, и все, и больше ничего, тишина. Ветер, уже устаешь с этим ветром. Так что вот так вот, друзья. Будем заканчивать на этом. Поедем домой, Мишке рыбу пожарим. Да, Мишка? Ну, будешь да. Жареную или какую? Струганину. Мишка говорит, струганину буду. Может, кстати, и судака вкусная струганина получается. У нас мясо белое, хорошее. Филе бершика. Мишек хватит. Добавим сюда приправок разных. Перчика. Миша любит поострее, когда перчика душистого, смелее. И приправа универсальная для всего. Вот так вот. И немножко соли. Соли громульку еще. Все. Теперь перемешать вот так вот. И на сковородочку. Вкуснотища будет, деликатес. Немножко растительного масла. Рыбка. Манка. Вот так. Эх, вкуснота какая будет. За уши не оттянешь. И на сковородочку. И так со всеми кусочками их, Мишки, побаловаться хватит тут вдоволь. Даже еще, наверное, со мной поделится. Хвостик.
У нас обед. Мишкина рыбка пойманная. Сальцо. Красивое вот такое. Хлебушек. Гороховый суп. А здесь варятся еще фаршированные макароны. Такие макароны продаются. Вот. Большие. Может, не первый раз так делаем. Такие макароны здоровенные продаются. Их берете своим фаршем, начиняете и все. Такие, наверное, жесткие. Их надо поварить маленько. Сами макароны не такие. Все, будем сейчас обедать. О, скажи-ка. Она может смело кусать, она без костей. По-королевски, с перчиком, как ты любишь. Как, сам выловил? Сам выловил? Красавчик. Давай, ешь и его, и свои макарошки.